Привет, Дим. Всем привет. Кем работает твоя тетя? Она работает инженером по наладке электрооборудования. Ты знаешь, что такое газовик? Это те, кто, наверное, подают на газ. А каким цветом газопровод? Серым. Почему? Потому что, наверное, это защитный цвет. Угу. А кто самый главный в «Газпром»? Администратор, наверное. Но жаль, что и моя тетя Оля. Что ты можешь пожелать всем? Чтобы газ никогда не кончался и у них была работа.